Ну що, знову вечір, і знову я запрошую вас під абажур. Давайте спробуємо от пригадати, в чому сьогоднішній день був особливим. Можливо, була якась несподівана філіжанка з гарячим шоколадом. Можливо, усмішка коханого. Можливо, ви побачили фасад якогось будинку, і він здався вам таким якимось милим і несподіваним. Можливо, вам в очі сьогодні потрапила іграшка вашого дитинства і напросилася до вас до рук. Не знаю. Але мені здається, що ці речі вони залишають завжди отакий післясмак щастя. Тому що якісь вони милі, якісь вони особливі. І я вам скажу, що такі речі помічає моя сьогоднішня героїня, яка присутня у мене під абажуром. Вона художниця, вона фотограф, вона викладач образотворчого мистецтва у Хмельницькому національному університеті. Вона член Національної спілки фотохудожників України. Її знають у Хмельницькому і не тільки. Це Марина Шавиріна, школяр. Я дуже-дуже рада бачити її. Добрий вечір, Марин. А давайте ми пригадаємо ваш сьогоднішній день, в чому була його особливість. Чи були ви ті такі маленькі дрібниці, які створювали щастя? Ну, у меня сегодня была отличная чашка какао с зефирками, в очень красивой чашке. Ой, как-то по-жиночему. Был хороший фильм тоже, немножечко. По крайней мере, отрывок. Для настроения этого вполне достаточно. Ну, нещодавно открылась ваша выставка у Хмельницкого областного художнего музея с такой милой и водночас дивакуватою назвою «Суміш для приготовления понеделка». Да? Ну, мы можем пригадывать Макс Фрай. Вона писала казки старого Вільнюса, да, і якраз це от якраз звідти одна із таких оповідань. Чим воно близьке вам по духу, тому що ви взяли назву саме з цього оповідання, та? Відповідно, це якось відповідає вашому настрою оцієї виставки, яка відкрилась. Скажу, что, наверное, название пришло уже под конец, буквально там за неделю на выставке, потому что выставка, работы на выставку создавались примерно в течение 3 лет. Я просто работала в том направлении, которое меня всегда интересовало. То есть работы создавались вот, там, да, по ощущениям, вот там это. Ну, они все шли в определенном концепте, поэтому как бы выставка вот она шла вперед. Ну, работа над ней. А когда дошла речь до того, что вот надо как-то придумывать название, думать. Моя прошлая выставка называлась «Простые вещи». Ну, это вполне подходило тоже под это название. До речи, тут есть какое-то перегукування. Да. Продолжение темы. Конечно, да. Я вполне могла назвать, но я уже думала, может быть, назвать «Тихая жизнь», вот что-то такое, что-то неприметное, но очень уютное. И тут я там взяла в очередной раз перечитывать сказки старого Вильнюса и думаю, боже, да это же мой любимый рассказ. И он меня так поразил первый раз, когда я прочла, это такая квинтэссенция ощущений, да, эмоций, воспоминаний, какой-то атмосферная, потрясающая атмосферная вещь. Я думаю, а почему бы не назвать так выставку? Самое главное, что у меня подходит, у меня тоже смесь, скажем так, у меня в работах и смесь объектов, и смесь каких-то ощущений, настроений, и, в общем, я подумала, что оно... Посмотрите, она створює такую дійсно суміш, та? З різних абсолютно емоцій, з різних спогадів, з різних речей, і от вона... А чому саме понеділок от вона обрала? Ну, там у нее идет речь, что герой вспоминает работу по гибкому графику, когда на понедельник часто приходился выходной, когда он просыпался, светил и весел, когда солнечные зайцы плясали по утрам. И это вот, говорит, как знал бы в детстве, что можно дожить до этого понедельника, самого светлого в мире дня. Тобто понеділок, як вихідний, який наповнений різного. Ну, я зараз пропоную все ж таки і нашим глядачам подивитися, особливо тим, хто не був на виставці, подивитися картини, хоча б частково, які представлені у суміші для приготування понеділку Марини. Давайте подивимося.
Ну, ось така суміш із особливих спогадів і особливих атмосфер. Так мені захотілося, Марина, туди, в ті провулочки, такі маленькі дворики. Мені захотілося взяти ті капчики. Детські, із дитинства. Ну, все одно там є все ж таки розподіл тих об'єктів, які представлені. Та? Давайте от, ну, безпосередньо, ви так це дуже теж мило назвали, тихе життя речей, та, якихось особливих. От. Чим вони привертають увагу вашу? Ну, за ним всегда стоит человек, да, в принципе, за любой вещью. Человек, который сделал, человек, который владел, или люди, которые владели, если это вещь старинная. То есть я думаю, что все это каким-то образом накладывает отпечаток, наверное. Правда же? Можно сказать, что это портрет. Правда же? Можно сказать, что можно. Интерьер – это портрет. Портрет человека, который там живет, чем он увлекается, чем он живет. Да, і вещь точно так же, наверное, може бути портрет. Так, того, що вона належала безпосередньо комусь, а і ти знаєш цю людину, там маленьку чи велику. А дворики. Дворики – це взагалі особлива тема у вашій творчості. А ви бачите те, що часом дійсно люди просто не помічають, тому що життя таке швидкоплине, летиш туди-сюди, бігаєш, і зупинитися і побачити ці закавулки, побачити, та, як вони потрапляють от, в ваш спогад, вашу оцінку особливо? Я пам'ятаю перший раз, наверное, коли я обратила на це внимание, я думаю, що ну, лет, може, около 20 назад, возможно, это было. Я шла с подругой, спускалась от парка вот возле Чкалова, Шевченко, да, мимо. Ну, сейчас там кафе «Кофеман», по-моему, «Прымха» была. И вот был вот такой проемчик, и мы беседовали, я просто бросила туда взгляд и увидела, что на веревочке висит тряпочка, сушится, и на нее вот падал солнечный свет. Я обомлела и думаю, что я вообще никогда не замечала этого проемчика, этого дворика, никогда. И я просто, Яна, постой, мне туда надо. Все, я зашла, я оглянулась, я думаю, так, сюда надо прийти рисовать. И я после этого вообще вооружилась фотоаппаратом и начала бродить по Хмельницкому, вообще выискивать, искать. Потому что вот случай, вот я просто оглянулась в определенный момент. Можливо, якби не той промінчик, возможно, да, возможно, вы тоді и не звернули увагу. Не обратила бы, если бы это был какой-нибудь серый день, я шла куда-нибудь там обремененная там, делами, да, бытовыми. И вот с тех пор я начала обращать на это внимание. Мне интересно, где бы я ни путешествовала, стараюсь заходить во дворы и сравнивать. Смотри, то есть, когда я гуляю по там, Будапешту, я смотрю, а какие дворы в Будапеште, да? Когда я была с подружкой в Копенгагене, ой, мы бродили по Копенгагену, восхищались их дворами, да. Когда мы были там в Италии с мужем, мы тоже пытались там заглянуть в пару двориков. Мне интересно, как в какой стране вот жизнь с изнанки выглядит. Не на показ, жизнь для себя. От це саме інтересне. Ну, справжній художник і фотограф, це точно. Але крім того, ще от у цій виставці представлені дитячі забуті ігри різні, та? От, і зокрема камінь, ножиці, папір, мені здається. Да, ви да, грали да. тоді в дитинстві? Так, да, ми грали, да. От пятнашки я ще зробила роботу теж. У мене в дитинстві було кілька от цих от пятнашок, пам'ятаю, з удовольствием завжди грала. А кілька років назад я на блошиному ринку увидела, думаю, йо, треба купити. Надо купить, ведь у меня же такие были в детстве, не знаю, у родителей, может, где-то там запрятаны в закромах. Но я купила, и она у меня лежала, я вот собирала и хотела сделать работу, но никак я что-то не могла придумать. Вот, ну, хорошо сделать вещь, но все равно хорошо, когда еще идея какая-то есть, да. Я сидела, и вот у меня не получалось, бывает такое, что не получается собрать последние две цифры. Вот у тебя там, например, 14, 13, 15, и хоть ты лопни, оно никак не... В общем, и ты бьешься, я такая, спокойствие, только спокойствие. Все, робота є. Я в тот же вечір сіла і зробила цю роботу. Угу. От ви зараз згадали також дитинство. Я пригадую оповідання «Суміш для приготування понеділка». Там один із компонентів, який пропонує ця письменниця вкласти в цю суміш, це якраз отой, зараз скажу, скибочка спогаду дитинства. Коли я виросту, я буду. Да, та? Да, от є один із компонентів. Ломтик дітської мечти. Я би хотіла, от, щоб ми цю скибочку зараз також вклали у цю суміш під абажуром, яку ми сьогодні з вами також робимо, певно. І згадали, от, коли я виросту, я буду. Що це було у вас? Скажу чесно. Класса до 5-го я хотела быть артисткой оперетты. Я обожала оперетты, я Кальмана смотрела. Нет, ну я любила петь, я очень люблю музыку, я до сих пор очень люблю музыку, я пела в хоре в школе, но даже дело не в этом, я просто, наверное, я обожала смотреть кино, и я очень любила оперетты. Кальмана я обожала там...
вот такими глазами смотрела, но все это мне очень нравилось. Но потом я поняла, что все-таки, ну как-то это одно. У меня другое, у меня папа художник, и я тоже всегда это видела. Ведомый перед глазами. Да. Ну, для Хмельницкого, наверное. В общем, и я, наверное, вот с 6 класса уже решила, что я буду художником, вот это мое, и я себе почему-то. Выросла в цьому середовищі, да. Оцей запах фарб, да. Оце якесь, ну, правильна оцінка, напевно, це також від батька пішло живопису, бо розби, в принципі... Думаю, да, конечно, і плюс еще в этом плане все-таки університет мой повлиял, там вот... Ви навчалась в Москві? Да. Это был сначала это я педагогический институт, на третьем курсе стал университетом, ну, в те времена это было часто, да, повышение статуса. Вот. И я думаю, что меня там очень серьезную школу дали, что такое хорошо, что такое плохо в искусстве. Вот, да. Оцінити, звісно. А родом ви з Хмельницького? Так. Да. Ну, у вас так і продовжується далі. У вас також родина художників, да. Ваш чоловік художник, достатньо цікавий. Я сподіваюся, що колись він також буде у мене фідобажуром. Але дуже цікавий він, звичайно. І син у вас також намагається щось там творити, ну, пробувати. Да? Да. До речі, фотографія. Класна фотографія. Я її в Фейсбуці підглянула. Це ваш чоловік. Да. І птаха. Так, Сережа и птица, да? Роза, расскажи, потому что она настолько эмоциональна. Это Венский музей, это Вене музей, ну, я точно, музей природы, естественных наук. Там прекраснейшая коллекция там всяческих динозавров, вообще животных, растений, моллюсков. Великолепнейший музей в старинном дворце, то есть прекрасно. Вот мы когда ездили к моей сестре в гости, мы всей семьей туда пошли, потому что Илюшу мы несколько лет подряд возили в Киев музей, тоже он очень любит, мы там с первого этажа на последний бродили, ходили, все изучали. В Вене прекрасная коллекция, вот там была такая птичка доисторическая. Ні, ну просто, ну це ж треба ще ракурс такий вибрати. Ну я просто в захваті, якщо чесно. Це так случайно. Ні, це добре. Я нашим глядачам нагадую, що Марина Шевиріна – школяр, художниця, фотограф сьогодні у мене у студії. Ми з нею продовжуємо розмову. Там також у цьому оповіданні «Суміш для приготування понеділка» та, є така річ, що от ще взяти там один-два десятки життів, які не відбулися. Та? Yeah. Ну і там йде таке легке перерахування незроблених зарядок, не з'їжджених, що в вашому житті не відбулося того, чого би хотілося, про що постійно думаєш, що це треба почати, це треба зробити. Наверное, не зроблені зарядки, да? Ну, як у кожному житті. Да. Возможно, вот я когда-то начинала учиться играть на губной гармошке, в общем, да, я очень люблю музыку, и мне жаль, что я не играю. Ну, я когда-то там начинала, и гитару, и все. И вот как-то жалко, что там слетела в определенный момент и не продолжила. Вот жаль, надо. Але ще є час, і ще відбудеться. Да. Та. Ну, також є картини, які не увійшли у виставку «Суміш для приготування понеділка», і вони також мають і свою атмосферу, і свій якийсь напрямок. І я би хотіла також їх показати нашим глядачам, і хочу, щоб подивилися. Не хочеться стояти довго і дивитися, і відчувати себе саме там. Досить так часто я передивлялася картини ваші, і часто трапляється, що є на картині гранат. Я дуже люблю гранати. Як їсти, і як... І все.
Да, ну, то есть, по-моему, в Италии это вообще так, как пожелание счастья, как символ счастья, очень хорошая вещь. Мама рассказывала, что там, да, такой замечательный символ, и он безумно красив. Да, еще гранат называют как королева, которая носит свою корону на груди. Дерево гранат. Так поэтично. Да, цікаво. Ну, ми можемо далі продовжити нашу розмову. Відносно також ще є картини, які у нас, про які хотілося б окремо нам поговорити. Є у вас така картина, вона достатньо філософська, та написана в такому жанрі абстрактний живопис, «Начало», «Початок». Та? Вона мене причарувала також, і я хочу, щоб ви розказали про неї, що ми там бачимо. Тому що літеру «А» ми бачимо, так? Ну, да, у меня, да, я так периодически для себя, скажем так, потому что выставку это еще не оформилось, делаю какие-то работы более абстрактного направления, и вот у меня сложилась такая работа, да, «Начало» она называется. Ну, я изобразила там два зернышка и букву «А». Букву «А», покажите, понятно, как нам начало. Ще, будь ласка, ну, там два крохотных зернышка там есть, да. Ну, «А» как начало алфавита, да, как начало, первую як букву. Да, конечно. Зерно вообще как символ жизни, да, тоже життя. Начало жизни. И, ну, и, скажем так, и два жіночі, зерна, та? Как женское и мужское начало, да, тоже. Злиття. И вокруг эфир. Ну, ви в різних техніках також працюєте, і є також цікава картина «Равлик, улітка». Да? От, також хочеться, щоб ви розказали більше, от яким чином це досягається. Це у мене була серія «Ліногравюр», да, просто вот. «Ліногравюр». «Ліногравюр», да. Це різьба по лінолеуму з послідуючою печатью краской. У мене є серія робот, да, увлекалась пару років назад. Так? Да. Ну, графічні техніки, да. Ну, і ще також у нас є один напрямок, це, я так розумію, «Оргскло». А, и, сухая игла. Да, сухая. Ну, есть несколько работ, да, выполненных в технике сухой иглы. Это, опять же, на оргстекле процарапывается изображение с последующей печатью. Это вот старый, опять же, объект, да, детский велосипедик моего товарища. Вот да. Мы поехали к нему в деревню, у него стоял этот велик, и я вспомнила, а, у меня тоже что-то подобное было в детстве, только другого цвета. Бим, или бимка, или бим, я так, надо нарисовать обязательно. И саме в такій техніці. Ну, захотелось попробовать. Ну, ви багато подорожуєте, і якраз фотографія є отим миттєвою фіксацією отих вражень, тих емоцій, та те, що запало в око, і от одразу хочеться його закріпити десь, і це фотографія, так? Ну, декілька країн ви вже назвали, де ви буваєте, та? І часом здається, можливо, це так і є, що з ваших фотографій ці об'єкти переходять на картини. Іноді, ну, наверное, вот моє увлечение фотографії пішло від того, що я для себе просто делала архіви. Коли я куда-то приїжджаю на очень короткий срок, у мене нет возможности стать і зарисовать. Если я 2 часа в городе или 3 часа в городе, я хочу впитать максимум и взять максимум. А если я стану зарисовывать, я потрачу много времени, скажем так, и да, упущу, может быть, какие-то важные моменты. Поэтому я всегда с собой таскала фотоаппарат. И потом, когда эти архивы начали расти, я начала выставлять фотографии, люди начали давать положительные отзывы, говорят, а что ж ты их прячешь-то, достойные вещи бывают. Зараз мы бачимо, до речи, ваша работа, это фотографии. И вот, то есть я могу делать для себя работу, зная, что вот это точно в архив пойдет, я потом когда-нибудь с ней поработаю, то есть не знаю, в какой технике еще, но вот материал у меня есть. А что-то исключительно идет как фотография, и то есть это вот сразу только фотография, это чувствуется, видно, то есть я вот для себя решила. А были у вас выставки, фотовыставки сами? Ну, у нас была выставка в декабре месяце, посвященная вступлению меня с коллегами в Союз фотографов. Национальную спилку, да, национальную спилку. Было, опять же, участие в Хмельницкий кризис «Объектив» пару лет, то есть такие спильни выставки, скажем так, да, совместные. Пока что персонально выставки фотографий в Хмельницком еще не было. Ну, предложение, в принципе, поступает. Я думаю, что будет. Вы выкладываете еще в университете, да? Мне кажется, я не знаю, я не бачила ваших уроков, но мне кажется, что вы серед студентской аудитории как своя серед своих. То есть часом можно сплутать, напевно. Да, мне студенты говорят, Марина Аркадьевна как студентка у нас выглядит. Я говорю, ну, спасибо за комплимент. Можно сказать, что это є також ваш певною стихією. Вам цікаво навчити? Да, я преподаю уже много лет, я, ну так, постоянно работала, скажем так, с 2005 года, то есть уже 12 лет я в этом
в образовании работаю. Я 9 лет преподавала в школе искусств, потом я в университете работаю, я готовлю просто людей, там, которые хотят рисовать. Мне нравится. Мне нравится, когда я вижу результаты. Мне нравится, когда я научить могу человека объяснить ему не только что-то вот, исключительно в изобразительном искусстве. Я люблю, чтобы это был комплекс. Я знакомлю их с музыкой, которая мне нравится, с литературой, с кино, которое может дать какой-то толчок. Еще было какое-то наполнение. Да, конечно же, с художниками интересными, которыми я считаю интересными, и которые могут тоже натолкнуть человека на что-то. Вот стараюсь. Чтобы художник был людиною мыслячую, да? Конечно. Просто... И нас, ну, студенты, допустим, хочу, чтобы они были насмотрены, чтобы дать им информацию из разных источников, чтобы у них как-то тоже комплексно все складывалось. Потому что ну, это нужно иметь запас насмотренности разных художников, разных стилей, разных направлений, причем хороших, естественно, очень высокого уровня профессионально. А якого жанру фільми от подобаються художниці Марини Шавиріне? Школяр. Ну, я очень люблю фільми... Тому що це також має дуже великий вплив. Так, звісно. Ну, мне очень нравятся фильмы Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит». Я считаю, что это работы высочайшего уровня с привлечением великолепнейших художников, которые работали в качестве концептуальных дизайнеров Алана Ли и Джона Хоу. То есть это высочайший уровень. Мне очень нравится фильм, например, «Зеркальная маска», снятый Дэйвом Маккином по произведению Нила Геймана. Это тоже замечательный английский художник и режиссер. И Нил Гейман известный писатель, а Дэйв Маккин великолепный художник, тоже в таком современном направлении, ну, безумно стильный, скажем так. Ну, я люблю экранизации английской классики. Вот я люблю английскую классику 19 века, мне тоже интересно. Это как что-то такое, погружение в историю. И... Ну, я девочка, могу себе позволить. Це і по картинах, в принципі, помітно, що це дійсно рука художниці безпосередньо. Та? А у вас в сім'ї от, є якийсь розподіл творчості і побуту? Чи це все ж таки переплітається, і тут дуже важко сказати, що це територія одна, а це територія інша? Ні, у нас все в місті. Да, я могу сидеть писать на коленках в большой комнате там себе, не обязательно за мольбертом в мастерской, а просто вот на коленях вот здесь или на диване сидеть что-то и делать себе. А чем вот буквально останнее, чем здобывал вас ваш сын? Ну, он, я не скажу, что он рисует постоянно, то есть он пока не ходит в художественную школу и не работает там 4 часа от звонка до звонка или не делает огромную композицию на листе тоже от края до края. Он выдает каких-то небольших героев гелевой ручечкой, он график-миниатюрист, у него небольшие работы. А наш друг Михаил Николаев говорит, что он еще и график-юморист, потому что у него действительно очень такие забавные герои. Они очень характерные такие, с настроением, с характером, с какой-то буквально одной фразой он там дает диалог между героями, и это очень часто с такой хорошей долей юмора, ну это в папину степь пошел. И по героям это тоже, это мой муж, специалист по этому делу, он может сделать любого зверя там с любой эмоцией на лице, я могу классически нарисовать медведя, честно признаюсь, там или лису, но вот у меня она классическая, все как обычно, а у него она может там задуматься, мечтать, злиться, плясать и все прочее. Вот и Илюша туда же пошел. Да, який одразу. Да. І от він в папу. А взагалі майбутнє для сина бачите в чому все ж таки? Ну, я би не хотіла, щоб він бросав рисувати, звісно, мені очень хочеться. Ну, пусть посмотрит, я не знаю, он любит математику, может, там да? что-то, да, с IT, с Верой будет потом, я не знаю, он пока еще маленький, 10 лет, пусть в себе определяется. Если он соединит, там, в будущем компьютер и рисование, почему бы и нет, я не против. Ну, конечно бы я хотела, чтобы он такое творческое направление выбрал, ну, не был юристом, например, я не знаю, мне почему-то это скучно. Юрист? Ну, там, юрист, финансист, что-нибудь такое, офисно-банковское, мне бы, наверное, не хотелось, но, в принципе, это ему решать. Хочу вам подякувати за то, що ви прийшли під абажур. Та вам огромне спасибо. Та реалізацію усіх ваших творчих можливостей. І дивуйте нас. З задоволенням будемо слідкувати за вашою творчістю. Огромне спасибо. Дякую. Я постараюсь. Да. Дякую вам. Ну і дякую спасибо. Нашим глядачам. Ну, не дарма кажуть, що щастя в якихось дрібницях. Просто варто їх помічати і наповнювати ними своє життя. І так тоді дійсно якось буде цікавіше. До побачення.